понедельника, 8 июня, начнут ходить маршрутки, пока только городские. Графики движения остаются прежними. Пригородный и междугородний транспорт в рейсы еще не запускают. Что изменится? Пассажиров будут брать только на сидячие места, везти людей стоя запрещено. После каждого рейса проветривание и обработка салона. Пассажиры должны быть в масках. Что касается графика движения, он тот же, что и до карантина. В Тирасполе, например, первые машины выйдут на рейсы в 6-6.30 утра. Есть, которые вот 5А маршрут, балка Суклея, там до 19.00, а основные маршруты до 21.00. Если взять двойку, девятку, те будут и до 11 работать. 11. Не все машины, но будут там 5-8 дежурных машин, которые будут допоздна работать. Городские маршрутки с понедельника будут ходить и в Бендерах. Сейчас уточняется график их движения. В Дубасарах машины выйдут в город в 6 утра. В том числе в рейс выпустят и льготную маршрутку. Она забирает пенсионеров и всех льготников один раз утром и один раз после обеда. В Рыбнице у маршруток тоже прежний график работы с 6 утра до 9-10 вечера в зависимости от маршрута. В Каменке начинает работать пока только первый маршрут, дальше будут смотреть по заполняемости машин. Что касается пригородного и междугороднего транспорта, маршрутки и автобусы по этим направлениям пока не ходят.